Фамилия? Подвальный Виктор. Год рождения? 1967. Меня завербовали в 22-м году, в июне месяце. В середине июня, я точно не помню числа, я выезжал в Польшу. Конкретно завербован я был Романом Маршавцом, сотрудником военной разведки, близким другом Кирилла Буданова. Я приехал в Польшу по договоренности, мы созвонились, он мне набрал первый раз еще в марте месяце, просил приехать куда-нибудь в зарубеж какой-нибудь. И вот тут, после того, как дети, внуки мои закончили школу, мы выехали с детьми в город Краков, где встретились. Там и произошла вербовка. У меня псевдоним Сократ –